Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня обзорчик акций, что интересного, что нового у нас добавили после вчерашних стримасиков. Так, что у нас на английском сервере на рынке интересного есть? Ну такое, ничего прям такого сверхъестественного, нового не продают сегодня. Странно. Так, бинго. Бинго, гринго, нифига. Ну, остров. Остров как остров. Поехали в такие акции. Шоппинг спри. О, есть вход сегодня на английском сервере. Сейчас посмотрим. А, я забирал его, сейчас покажу, что там у меня. Ну, 5000 новых итемов сюда не напихали. Чего интересного, камешков нету. Вот такой вот вход, такой же как и на русском, но плюхи здесь совсем другие. Зайдем на русский и глянем, что там за второй день. Но здесь мне дали вот 700 камней, на русском дали 100 питомцев, то есть награды отличаются. Mystific Gifts. Такое, ничего больше такого интересного нет. Так, будем сегодня фармить волну и буду пробовать фармить второе беспределие, запределие. На этом аккаунте я прошел там все-таки до конца левел, и сегодня у нас будет второй уровень. Посмотрим, что там мне на моей силе кинут интересного. Так, что это, какой-то ресурс ВКонтакте, подарочки Авиара, конкурс. Приглашаю в конкурсе в группе ВК и выиграть до 5000 самоцветов. Блять, ору с этих конкурсов, это просто жесть. Так, на рынке у нас ничего интересного нет. А, убрали эту награду за этот. Собери себе сам. Позор, блядь. Колесо фортуны. Идите, поехали, посмотрим, что у нас здесь. Это реально был позор, а не акция. Камень пламени. Вот так вот сегодня нам тут дали камень пламени. Только не увидел, сколько там сейчас должно его прислать, по идее. 700, по-моему. Но повторно уже нам не покажет. Да, там с первого дня. Ну вот так вот. Немка еще рановато. Ну, поехали, посмотрим, что у нас на немке. Может, что-то поменялось. Заодно заберем соображение, если оно там еще осталось. Может, что-то новое. Пиратище. Вот, пожалуйста, зефир падает полным ходом. Так, первый день заберем. Здесь места не хватает. Я не знаю, я не юзаю здесь итемы. Здесь реально места не хватает. До 23-го, да, сегодня еще есть обожание. Поехали, посмотрим, что тут нам следующее собирается. Health skin. Фрагм. Сейчас посмотрим, что мы получим. Следующее собирает Бугича. Где сумка зефирки? Отлично. Голосовали. Форум, базар, пакеты.
Ну, рынок тут же самый, он не обновлялся. Он обновится через полчасика. Так, еще плюхи. Мы не получили. Давайте реализуем здесь. И пойдем сейчас на AS сервер. На AS сервере сегодня тоже веселые дарки. Если что, вернемся на немку. Тайвань глянем, может, пока придет. Тайвань такое тоже себе. Книжки дают. Чего такого сверхъестественного нового я не вижу. Здесь еще идет карта богатства. Так, а что у нас сегодня по найму героев? На Тайване тоже ничего такого. Прям мега-мега вау. Нету. Так, окей, поехали еще раз на немку. И посмотрим с вами. Айосик. Что он нам приготовил? Вот так вот. Фрагменты скинов. 60, ребята. 60. Офигеть. Уже их 90 у меня. Вот таких вот коробочек. Отлично. Так. Поехали. АС. Настолка есть. Нифига себе. Войдите в игру ежедневно. Тоже есть. Да, здесь такое же, как и на этом. На английском с первого дня дали 700. Значит, там что-то поменяли. Мишаня, колесо фортуны, рулетка. Поехали. Настолочку. Надо здесь нам что-то затащить. Интересно, посмотрим, какая здесь новая настолка. Или не новая. Это же самое все. За один пазлы дают. Бум. Кля, чуть-чуть не хватило. Совсем чуть-чуть. Издеваются, короче, они над нами. Парящий. Вот, ребят, собери себе сам на айсе. Три есть, и три сразу все по три. Вот хоть более-менее сделали нормально, нежели на русском сервере, нежели на Тайване. Ой, говорю на Тайване. На английском сервере. Плюхи, ну, я не помню. Плюс-минус похожие до Тайваня. Здесь, по крайней мере, хоть сделали по-нормальному. Правда, шансов тоже три. Во втором камешке, опять же, скины можно добрать. В первом. Печеньки. Нормально, как для людей. И камешков что, вообще нету? Или я их провтыкал где-то? Так, сумки вижу. Книжки на Battle Pass даже есть. Не вижу, правда, камней. Вот реально. Для перехода на этот, для апа на 14-й. Четвертый камик роков я что-то не вижу. А, вот они. Вот они. Ну, нормально, 35. Ну, хотя у нас было 30.
Ой, тут каких 35? Шесть. 42 камешка. Ну, тоже неплохо. Ну, лучше, по крайней мере, нежели на русском. То есть, есть больше возможностей. Скины последние. Ну, тоже не ахти. Не такое, как на Тайване. А, на немке тем более. На немке самое... Мне больше всего. Некоторым, многим на Тайване понравилось. Чё по рынку? Ну, такое, не знаю, на любой вкус и цвет, скажем так. Но добрать нужные итемы есть возможность у любого. Это все равно интересная акция и получше, чем тот же самый базар, где приходится ждать. То есть вы здесь можете выбрать то, что вам надо, ну, исходя из того, что есть. Вот так вот. В общем, пишите комменты, что вы думаете по поводу... Ну, нифига себе. Еще какие-то здесь плюхи получаем по поводу этих акций. Ну реально на некоторых серваках они обалденные, а на некоторых просто забивают болт, скажем так. Думаю, вы и так знаете на каких, поэтому это многим не нравится. Все, всем удачи, всем пока.